Пайщики кооператива «Доступное жилье Автомобиль» создают комитет, который будет иметь доступ к информации о деятельности организации. Это предложение председателя правления. Кооператив уверен, работа комитета снимет вопросы тех клиентов, которые считают, что денежные средства распределяются неэффективно. О своих сомнениях пайщики рассказали нашей редакции. В кооперативе говорят, волноваться не о чем. Почему займ выдали ему, а не мне? Самый частый вопрос менеджерам кооператива. Хотя от пайщиков не скрывают сумму выданных средств и имена счастливчиков, говорят в правлении кооператива «Доступное жилье Автомобиль». Впрочем, доступна должна быть и информация. Поэтому клиентам предложили создать специальный комитет с доступом ко всем финансовым документам кооператива. Данный комитет, он будет предоставлять отчетность для уже действующих членов кооператива, каждый месяц и рассказывать, куда были направлены денежные средства на покупку какой недвижимости и каких автотранспортных средств. Комитет сможет анализировать данные, публиковать их на электронной площадке кооператива. Состав комитета выбирают сами пайщики. Эффективность сделки оценивает кооператив, только взвесив условия, которые предлагает клиент по оплате, организация совершает перевод. С помощью комитета кооператив будет информировать пайщиков, почему займ выдан тому или иному клиенту. Впрочем, у большинства к работе кооператива «Доступное жилье Автомобиль» никаких претензий нет, говорят пайщики. Мы брали на машину деньги. Ну и потихонечку выплатили, уже, считай, даже не заметили сами. Очень так, выгодно. Выгодно. И я приобрела через этот кооператив автомобиль. За автомобиль за 2 года я рассчиталась. Условия были очень хорошие, и я вступила на жилье. И я вот теперь уфимка. В кооператив я вступил один из первых в 2011 году, когда он только открылся. Через год уже мне выделили сумму на приобретение автомобиля. В течение 2 лет я уже рассчитался с кооперативом, то есть никаких процентов, ничего, переплаты никакой не было, очень удобно. Я вступил в кооператив в конце июля 2015 года и вот начал только выплаты. Хотя тоже волновался, как все. Приобрел 3-комнатную квартиру в городе Оренбурге. Срок ожидания составил, конечно, чуть больше года. За 5 лет работы кооператив «Доступное жилье Автомобиль» выдал займов на сумму более 300 миллионов рублей. Сотни пайщиков приобрели недвижимость и машины. В этом году кооператив намерен выделить на займы 100 миллионов рублей.